Уборка картофеля начинается на рассвете. Зера Физла работает на полях больше 10 лет. В такую жару надо собирать урожай рано утром. Сейчас погода очень жаркая. В таком случае картошка не пропадает, не горит. В день собирают от 40 до 50 тонн крахмалистого овоща. В этом году мы увеличили объемы посадки раннего картофеля. У нас посажено 45 гектар картофеля. Из них 15 гектар на капельном орошении. Вот мы находимся на этих полях на капельном. И 30 гектар на поверхностном поливе. На соседнем участке другие рабочие собирают капусту. Седьмой сезон в поле трудится Рисумхан Алиева. Мы тракторами собираем, по два, по три трактора мы собираем, да, бывает так. У нас есть ларек, свой ларек здесь, правде, и мы покупаем всю продукцию, с огурцы, помидоры, капуста, картошка свежая, клубника, кизил. В общем, продукция разнообразная, так что... Отлично все, прекрасно. И для рабочих, и, пожалуйста, и все могут пользоваться, приезжать и покупать эту продукцию. По соседству подоспели томаты. В день собирают до 300 ящиков. Площадь полей, на которых растут помидоры, 6 гектаров. После сбора плоды сразу упаковывают в картонные ящики. Вкусные спелые томаты поступают на прилавки всего Крыма. В среднем сельхозпроизводитель зарабатывает от 5 до 8 рублей с килограмма продукции, при условии, что цена находится в пределах 15-25 рублей. Это считается нормой. Одной из главных причин недавнего скачка цен стала непогода, которая уничтожила некоторую часть урожая. Но крымские производители стараются сохранять ценник на оптимальном уровне. Мы работаем со всеми, в общем, школами, садиками, с бюджетом работаем. Но мы... Просто сами боролись за то, чтобы цены были небольшие, чтобы мы бюджет сохранили деньги. Поэтому мы и как бы договорились, что цена будет, если мы работаем с бюджетом, не дороже 30 рублей. 6 тысяч гектаров крымских земель занято овощными культурами, 3,5 тысячи из которых занимает картофель. С каждым годом территории увеличивают. Увеличили площадь сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства в этом году на 42% площади под картофелем. На сегодняшний день собрано уже более 10 тысяч тонн картофеля и также более 10 тысяч тонн овощей открытого грунта. Плановый валовой сбор картофеля около 6 тысяч тонн. В целом по республике планируют собрать порядка 150 тысяч тонн овощей. Даут Чахалов и Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет», Первомайский район.